Здорово всем, здорово. Я только вот недавно проснулся вообще, блин. О. Так тяжко, блин. Казалось бы, чего? Не бухал же вчера. Просто пожрал окрошки, я ее пережрал, блядь. Ну, да ладно. Надо уж проходить Человека-паука. Хотя его проходил уже, блядь, когда-то там, давным-давно. Да нифига, да кто вот, откуда? Задолбали, они просто где-то что там шмаляют откуда-то. Еще и ракеты какие-то. Че вообще? Так, сейчас вроде как со Скорпичем, да, я буду биться. Он меня травит и там что-то будет. Вижу водохранилище, а Скорпиона не вижу. Пожалуй, взгляну поближе. Будь я наемником в костюме Скорпиона, где бы я был? Позади тебя! Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус, и он хочет тебя помучить. И я не против. Черт! Что он мне вколол? О, это что? Море яда? Нет, это не по-настоящему. Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Тут вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Скорпион расширил ассортимент. Ой, блядь, вообще никто взял. Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Надо быстро сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. В теплице должна быть эклипта белая. Вот оно. Или в голове. Может и так, и эдак. Док? Галлюцинации становятся сильнее. Но ты справишься. Док,
Вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя, даже если надежды нет. Знаешь, твой неистребимый оптимизм много раз заставлял меня продолжать работу, несмотря ни на что. Я буду скучать по нашей совместной работе. Простите, док. Мне так жаль. Да что? Да, ты сожалеешь. Но ведь именно ты позволил этому случиться. Тебе следовало бы задуматься о своих приоритетах. Вот и белая эклипта. Это время. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Гигантские скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Как ты, паук? Чувствуешь, как конечности желатеют от ужаса? Скорпион? Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь не те вопросы. Никак я тебе звоню. А звоню ли я тебе? Возможно, я лишь бред твоего умирающего мозга. Когда выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, мат. Кошка разошлась не на шутку. Удачи в погоне за розовыми слонами. Даже думать не хочу, чтобы на это сказал Фрей. Исследовательская станция. Мне нужен атропин. Надо попасть внутрь. Атропин нашел. Но... Атропина нет. Опять. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков. Простите, я вам помогу, клянусь. Хватит себя обманывать. Ты никому не помогаешь! Ты сам отрава! Ты губишь всех вокруг! Не убегайте от меня! Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Ты неудачник в жизни, в любви, в работе! Ты несешь только боль! Нет! Стойте! Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь войти со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Да. Да. Мой гений будет сиять на свободе. Я видел, Питер, как ты делаешь заметки. Воруешь. Вот он. Атропин! Надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще с нами? Ты почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. О, не волнуйся, паучья башка. Это множество сюрпризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно. Вот это! Настоящий! Ёбаный пиврот. Не угодите.
сюда. Добрался. Чудом. Но время на исходе. Надо смешать антидот. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Все не так просто. Да куда проще? Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Ну давай! Его нет смысла. Ёбаный. Один есть. Готов. Из тебя всем вокруг жилось бы лучше. Вот. Еще немного. Еще один есть. Тоже мне. Остался один. Где он? Где он? Надеюсь, это последний. Я еле стою на ногах. Вот она, центрифуга. Наконец-то! Время на исходе. Вроде сработало. А где мой костюм? Я слегка переборщил с обеззараживанием. А надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Да, как-то сложно это уже сделать. В голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Пошвырнусь по городу. Серьезно, ЛГБТшную пайботу? Настоящий вот шедевр. Да где это шедевр, блядь? Пидорство сраное. Привет, Амжей. Можно задать тебе один непростой этический вопрос? Имеем ли мы право отказываться от друзей? О, Пит, ты про Отто? Что, так очевидно? Да, я тебя понимаю. Знаешь, возвышенная часть меня хочет сказать «нет». Настоящий друг всегда должен быть рядом, даже когда люди заблуждаются. Но то, что сделал Отто, даже не знаю, Пит. Думаю, тебе нужно решить, есть ли еще тот Отто Октавиус, которого ты знал. Да и был ли когда-нибудь вообще? Да, наверное. Спасибо, МЖ. Думаю, мне надо все обдумать. Звони в любое время, Пит. Поговорим.
Оба. Что это там? Мило. Эй, паучок! Однажды ты уже поймал Мартина Ли. Получится и снова. Не сдавайся! Окей. Черт у Джеймсона! Мне ты нравишься. Окей. Вот поэтому Джона мне неплохо платил. За то, что я какашки фото. Типа, блядь. Он мне неплохо платил. Так. Нужно заняться Скорпионом, но я еще не видел тетю Мэй после пожара. Пожалуй, забегу в пир. Ой, да пошли вы нахуй, заебали. Эй, Человек-паук, это же я! Ты спас меня на центральном... Отлично! Я и забыл, как люблю фотографию. Что тут происходит? А, вы на это. Про это. Ну я понял. Клёвый снимок. Да ёб ты, блядь, в рот. Что вы нахуй, заебали. И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... О, ничего себе! Я в норме. Мэй, помнишь, ты сказала... Нужно смириться, что я человек, такой же, как все. Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречу с Майлзом, хорошо? Хорошо.
Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Ну же, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Сейчас что, за Майлза будем бегать? Тише, тише. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. Видел, как здоровяк ему врезал? Слышал звук? Раздавил, как жука. Шмяк. И все потому, что он пошутил про его костюм. Это жесть. У чувака проблемы. Большие. Нужно отвлечь его. Может, софт для взлома? Я слышал. Ну, вперед. Я мог бы перепрыгнуть через стену. Да действительно, ты мог бы. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Видел, как он прошел. Просто светом чисто. Они оба такие. Марля, йод, но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Вы двое, давайте сюда. Давай. Эй, кто там? Это можно закончить. Просто выдай нам точки и расписание ваших рейсов. Лекарство есть там. Надо пройти мимо этих типов. То, что делает Бенсон, это мерзко. Отвратительно. Дай информацию, и он прекратит. У меня нет прав. Почему суперпарни уничтожают эти центры? Слаб, что не может защитить город. Воу! Воу, кто? Где? Лекарство есть там. Надо пройти мимо этих типов. Это можно закончить. Просто выдай нам точки и расписание ваших рейсов. У меня нет этой инфекции. То, что дед... Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Да все из-за того. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Пока мы берем все, что находим и хотим взять, мне наплевать. Ну да, на черном рынке за это дадут целое состояние. Давай копать дальше. Стой! Эти из Соболя выдали координаты складов? Ну, еще да. Одна палатка с припасами. Скрещиваю пальцы. Пара пакетов первой помощи, но антибиотики. Где же они? Они собираются делить припасы. О, лучше избегать снайпера. Брат, расслабься. Каждый получит долю. Тебя не обманут. Чувак, что ты несешь? Пожалуйста. Да. Ёбаный в рот. Это наши. Они собираются. Лучше избегать снайпера. Медикаменты. Давно я не стрелял из этой штуки. Ну давай, ящик, ну уже. А, амоксициллин. Прекрасно. Это очень большой человек. О, нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник не учтив. Он не владеет тонким искусством убеждения. Стой! О! А! А! Зря я это увидел. А! Yeah.
золотом. Проверь. Живо. Столько шумов, а вы только это услышали, да? Типа, блядь, великолепно. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Кто здесь? Погоди! У меня нет времени на игры! Теперь мы играем со светом! Я поиграю с твоей розой! Выходи! Я обещаю, что не раздавлю тебя! Не смотри на меня! Не смотри на меня! Давай, спасибо. О, ужас. Повезло. Нужно валить отсюда. Наверняка выход уже близко. Хватит со мной играть. Где же ты? Ой, ой-ой-ой-ой. Ой, черт. Надо выбираться отсюда. Может, там я буду в безопасности? Я найду и раздавлю тебя! Вот, тот контейнер. Это выход. Он отошел оттуда. Давай, расчищай мне путь. Вперед, вперед, вперед! Ебала какая-то, блядь. Ветра в поле! Ненавижу искать ветер в поле! Надо сообщить Мэй, что я нашел. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Отцепись от него! Ну это все. Ты зря, паренек. Сейчас мне рожу-то набьют. Нельзя же вот так толкать людей! Ну... Что? Вот так? Ладно. Смелый малыш. Напрячь ноги. Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Воу. Хочешь попробовать? Не, я в порядке. Не, блядь, диалоги нахуй. Не, диалоги, блядь.
пизду. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Да. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне... Мне нужно кое о чем тебе рассказать. Ты молодчина, Майлз. Оставайся в пире. Если преступники впадут в отчаяние, они могут напасть на приют. Я и сам подумал. Если здесь что-то еще произойдет, я дам тебе знать. Супер. Спасибо, Майлз. Юрий, я понял. Носорог нападает на центр помощи Оскорб. Думаю, я знаю его следующую цель. Сообщают о каких-то масштабных разрушениях в Гарлемском центре. Похоже, это он. Направляюсь туда. Ты в порядке? Устал, но еще держусь. Мы совсем справимся. Верь в это. Да что-то как-то с трудом верит. У них наверняка хорошая медстраховка. Че? Я сейчас вот там, блядь, полечу, блядь. Слышьте, умники! Я вас даже не видел, пока вы пузить не начали! Остались в тюремной одежде. И переодеваться не надо. Угу. Что есть, то есть, да. Может, мне кажется, но, по-моему, у вас ко мне личная неприязнь. Дело лучше даже не заглядывать. Опять? Не, ну правильно, остальные проблемы вы уже решили. Хорошо, расскажи друзьям. Ребята, вы хуже телефонных рекламщиков. Чего вы жалуетесь? Я вообще уже все костяшки о вашу броню отбил. Да вы чё такие? Что если вы меня арестуете, вам придется самим бороться со всеми плохишами, а?
да, я победил. Но у них наверняка хорошая медстраховка. Где нам, блядь, наверх? Агенты Соболя! Вот кого я как раз не хотел видеть. Это уже какое? Сотое по счету нападение на агента. На меня, то бишь. Да вы заебали меня. Раз мы уже не в тюрьме, могли бы и завязать с тюремными бунтами. Выстрел! Бейте его! Отсюда тебе не уйти! Такими темпами я скоро арестую вообще всех с острова Райкера. Опять. Хорошо, что вы с меня еще и мой студенческий кредит не требуете, а то было бы совсем плохо. Это было бы вообще... Нихуя ты! Наверное, в мое личное дело лучше даже не заглядывать. Да вы заебали, господа. Агенты Соболя! Вот кого я как раз не хотел видеть! Ёбаный в рот! Нет. Аскорб, мне не нравятся их методы, но их успех отрицать попросту глупо. Суки такие. Сейчас, блядь, вам поднимусь. Признайтесь, вы ведь пошли на эту работу только ради реактивных ранцев. Чего вы жалуетесь? Я вообще уже все костяшки о вашу броню отбил. Может, мне кажется, но, по-моему, у вас ко мне личная неприязнь. Да. Но у них наверняка хорошая медстраховка. Где они там? Что-то где-то внизу, что ли, бляди? Акция! При 10-й отправке за решетку бесплатная взбучка! Блин, он гейт это почти! Они
как пакет чипсов. Как начнешь, трудно остановиться. Так. Ребята, вы хуже телефонных рекламщиков. Да ёб ты, блять, в рот. Тебе больно? Хорошо, расскажи друзьям. Прекрасно. Сделано. Так, ну ладно, на этом все, наверное. Мне кажется, сколько там по времени уже. Да, наверное, я думаю, все. Не буду делать очень длинные ролики. Надо как-то покороче. Скакали, допрыгали, миссии выполнили парочку. Все. Это все. Давай, счастливо. Да, возьмем его с тобой.